Что тут у нас в сумочке? Маска пригодится. Рисуем силуэт халатика. Эльза, примерь-ка наряд пациентки. Окантовываем. Все должны быть в масках. Эльза, бедняжка, что случилось? Сегодня смена врача «Длинные руки». Мамочка принимает пациентов. Прошу, следующий. В дверях возник Соник. Hi. Бедолага пострадал из-за неосторожного бега. Мне нужна перевязка. Посмотрим карту пациента. Доктор, мне нужна перевязка. Обычное дело. А знаете, что лечит лучше бинтов? Крепкие объятия. Мамочка обняла ежика длинными руками. Ура! Я здоров! Ох, мамочки! Эльза, что стряслось? Доктор, мне совсем не здоровится. Куда исчезла моя сила? Объятия вылечат все. Мама длинные ноги приобняла принцессу. Какие приятные объятия! Оу, что-то пошло не так. У Эльзы появились длинные руки. Эмма, так и должно быть. Обычно у объятий нет побочных явлений. Это любопытно. Создаем образ новой Эльзы. Крошка, где твои руки? Подготовим проволоку. Каркас готов. Подбираем шарики в тон. Из блестящей ткани выкроем круг юбки. Блестящий шлейф дополнила бахрома. Все осыпали золотые снежинки. Куда бы ни шла Эльза, за ней остается морозный шлейф. Позаботимся о ручках. Белоснежные перчатки с кружевными манжетами придали образу особый шик. Олаф остался скучать во дворце. Эльза в больнице, как грустно. Только чашечка кофе и книга. Друзья одинокому снеговику. Как вдруг к нему потянулись длинные руки. Ай-яй-яй, как щекотно! Кто здесь? Угадай. О, Эльза, наконец-то ты вернулась! Оу, какие у тебя длинные руки! Да, это необычайный дар от доктора. А что ты читаешь? Да так, сказки. Пожалуй, тоже возьму книгу. С длинными руками легко дотянуться до шкафчика. Что там? Ужасный мелкий шрифт. Не могу разобрать. Нужны очки. Руки достали оправу. О, так-то лучше. Новые силы оказались весьма полезными в быту. Бутылку от напитка превращаем в качели. Украшаем конструкцию звездочками и стразами. Пластиковые корзинки заменят сиденье. Вау, внутри настоящее бурление. Блестки завораживают. Чудо-качели точно понравятся детишкам. Сестрички гуляют в парке. Малышки в восторге от развлечений. Хочу туда! И я, и я! Было очень весело. Как вдруг что-то пошло не так. Крошки застряли наверху. А, помогите! Как нам слезть? А, как их оттуда снять? На помощь приходит Эльза. Принцесса ловко дотянулась до верхней кабинки. Вот малышки уже на земле. Все в порядке. Они в безопасности. Ох, ваши чудесные руки спасли моих крошек. Очередное доброе дело благодаря Эльзе. Из окамеха выкроем муфту. Сшиваем края. Оборачиваем муфточку лентой. Закрепляем аксессуар на ленточке бус. Какая длинная муфта! Wow. То, что нужно для супердлинных рук. Бррр, какой мороз! Уже не погуляешь в коротких перчатках. Что-то я переборщила с холодами. Неподалеку стояла юрта. Здравствуйте, можно немного погреться? Конечно, странница. Бррр. Угощайся горячим чаем, он тебя согреет. Спасибо, вкуснотища. Захвати в дорогу вот это. Сундук достался мне еще от бабушки. Девушка распахнула крышку. И что же там? Пышная длинная муфта. Обновка пришлась впору длинным рукам Эльзы. Как красиво и очень тепло. Рада, что мой подарок пришелся тебе по душе. Опустошим коробочку от Ментоса. Вырезаем три отверстия. Обрамляем кружочки
Цвета сменяют друг дружку. Соединим палочки буквой «Т». Волнистые детали отлично вписались. На краю подвешен светофор. Повсюду льдинки. У крошечных пони сломался светофор. Когда переходить дорогу, ничего не ясно. Цвета завертелись в неожиданном положении. Водители растерялись и... Произошла авария! Помогите! У нас беда! Крики о помощи заставили Эльзу телепортироваться в их мир. Длинными руками Эльза с легкостью перевернула машину и починила светофор. Ну вот, все как прежде. Спасибо, Эльза! Теперь у нее много сказочных друзей. Мастерим роскошную люстру. В прозрачном плафоне закрепляем светодиод. Украшаем детали лентами страз. Из проволоки получились витые узоры. Какая чудесная люстра! Окрашиваем сосульки в голубой. Все сверкает. Дополним огромными кристаллами. Венецианская люстра станет акцентом всего интерьера. Олаф занят украшением зала. Готовлю все к торжеству. Стол накрыт, люстра горит. Или нет, не горит? Видимо, лампочка перегорела. Сейчас заменю. Так, осталось вкрутить. О нет, слишком высоко. Олаф, что за шум? Не достаю до люстры. Глупышка, позвал бы меня. С длинными руками это проще простого. Зал озарился светом. Успели. А вот и подруги. Приветик, мы вовремя? Конечно, рада видеть всех в сборе. Давайте обнимемся. Подрезаем втулки. Закрепляем на картонных заготовках. Установим щит. Покрываем все серебром. Скроем опоры под галькой. Закрепляем фонарик. Билборд «Лалилу» виден и днем, и ночью. Работница пытается повесить новый билборд. Нужно аккуратно взобраться по лестнице. Оставлю ведра. Эх, все равно не достать. Едва дотягиваю щеткой. А-а-а! Ступенька подвела. Ох, работенка не из легких. Вы не ушиблись? Давайте помогу встать. Спасибо. Если не перевешу билборд, получу выговор от шефа. Этому не бывать. Взгляните на мои руки. Вместе справимся. Девочки приступили к работе. Немного усилий. На месте Лалилу пестрит реклама доктора «Длинные руки». Ура, получилось! Мы оказались отличной командой. Переносимся на свалку. Здесь обустроила жилище бедная девочка. Котенок запутался в проволоке. Слышу жалобное мяуканье. Кто в беде? Ах, бедняжка, я помогу тебе выбраться. Из туалета выскочила испуганная хозяйка. Малыш, ты в порядке? Не беспокойтесь. Это так много для меня значит. Лалилу, помоги, пожалуйста. Скручиваем проволоку. Получилась пружинка. Украшаем кристаллами, льдинками. Чудесный браслет. Ручная работа. Эльза, это подарок для тебя. Примерь. Воу, какой необычный браслет. А главное, мне как раз впору. Девочки быстро подружились. Добрые дела возвращаются старицей. Пробку от засоров превращаем в волшебный гонг. Вжух! В центре возник магический кристалл. Из картона и палочек собираем подставку. Подвешиваем гонг на цепи. Стойку засыпала галькой. Повсюду порос мох. Подвешиваем палочку. Звуки гонга имеют волшебные свойства. Эльза устала ходить с длинными руками. Есть много плюсов, но хочется быть собой. Волшебное насекомое указало ей на магический гонг. Эльза послушалась совета. За кустами ее ждал магический гонг. Принцесса схватила палочку, со всей силы ударила в инструмент. Волшебный туман окутал все вокруг. Сила длинных рук покинула Эльзу. Ура, я снова стала собой. Как здорово. Испробуем магию холода.
получилось. Пусть длинные руки останутся только у доктора. Ха-ха-ха.